Откройте полицию. Откройте полицию. Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Пензенской области расследуется уголовное дело по статье 210 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации занятие высшего положения в преступной иерархии. Обвинение в совершении преступления предъявлено жителю Пенинской области 1962 года рождения. Следствием установлено, что обвиняемый занял высшую ступень в преступной иерархии региона в декабре 2014 года при поддержке так называемого «вора в законе». В этом статусе он обязывал всех лиц уголовно-преступной среды на территории Пенинской области, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Данный гражданин принимал участие в создании устойчивых связей между различными и самостоятельно действующими преступными группами и осуществлял среди них организационно-распорядительные функции. В частности, он назначал так называемых «смотрящих» за различными условно разделенными территориями Пензы и Пензенской области – а также смотрящих на территории исправительных учреждений региона и числа тех, кто отбывал наказание в этих колониях за различные преступления. Обвиняемый координировал их деятельность, организовывал и контролировал распределение денежных средств и имущества, поступающих в неформальную воровскую казну, так называемый общак. В его функции входило обеспечение своевременного пополнения данного неформального бюджета, поиск новых легальных и нелегальных источников дохода. Кроме того, данный гражданин лично принимал участие в разрешении различных конфликтных ситуаций среди лиц и организаций, входящих в преступную среду региона на так называемых сходках. Обвиняемый был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска у МВД России по Пенинской области и следственное счастье Следственного управления МВД при поддержке бойцов СОБРа регионального управления Росгвардии. В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведено 17 обысков жилищных лиц, входящих в криминальную среду региона, в том числе так называемых «смотрящих за районами». При обысках обнаружены изъяты более 20 единиц холодного оружия, более 10 единиц травматического и гладкоствольного оружия. 11 патронов от огнестрельного оружия, а также около 2000 пачек сигарет, более 600 пачек чая и другие продукты питания, составляющие так называемый общак и предназначены для передачи в исправительное учреждение региона. Также допрошено более 40 свидетелей, назначено и проведено более 10 судебных экспертиз, в том числе холодного оружия, медательного оружия, баллистические, криминалистические и другие. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Санкции статьи 90 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.